Каждую субботу на Театральной площади в Саратове продолжаются Дни районов. На этот раз свои достижения в делах и творчестве представили жители Советского и Энгельского районов области. Горожан привлекают также ярмарочный ассортимент и цены от производителей. Гости желанные! Все началось с концерта коллектива художественной самодеятельности и выступлений глав районов, которые всех саратовцев и гостей города пригласили ознакомиться с продукцией, ремеслами, традициями, достижениями своих земляков. С такой гордостью рассказывали о достижениях. И главное достижение, я понял, это люди. Люди, которые творят сегодня и производят тот продукт, который сегодня продают на ярмарке. И, конечно, то творчество и ту культуру, которую они здесь показывают, она, конечно, на высоте. Вот это вот радует. Посланцы Советского района посетителям ярмарки предложили хлебобулочные изделия, мед, крупы, овощи, цветы и работы самодеятельных художников. Организация такой ярмарки вообще великолепная. То, что дают возможность предоставить свою продукцию именно, потому что нам очень тяжело выезжать. Энгельс, или как чаще здесь звучало, покровчане, выстроили целый многонациональный городок с улицы Дружбы, на которой представители разных культурных национальных объединений готовы были рассказать о своих традициях, продемонстрировать народные костюмы и угостить тем, что они умеют готовить лучше других. Представляем здесь национальную кухню. По сааринам рецептам все изготовили. Ну, подходит народ, смотрит, интересуется или как? Просит даже, когда вы будете продавать. Смотрит у нас не только угощения, но и Коран, и читают, смотрят альбомы. Торговля у покровчан шла на улице Урожайная. Здесь продавали овощи, фрукты, мясо и хлеб. Торговали большими праздничными караваями и калачами. Всего-навсего стоит 100 рублей. За 100 рублей такой берут? Да. И вы его съедите? Или друзей? Я думаю, я друзей позову, конечно.